свершения должны быть скажи, направлены на то, что будущее поколение ваши внуки и правнуки жили в настоящем коммунизме. Смотри, смотри, я сейчас по нему с автомата открою огонь, он обосрется. Дай я стрельну. Продолжай, продолжай. Разрешаешь? Не-не-не, не надо. Чё ты? Пойдёшь еще. Продолжай, ты так красиво начинал. Твои люди впечатли, да? Нет, ты не закончил до конца. С этого, с калаша, давай. Ну, блядь, чтобы все жили в коммунизме, свободе, равенстве и правде. О, ебать! Тихо, это я по вам стрелял. Ой, мы тут с пацанами все ржем просто над тобой. Я просто знаю, где ты, я просто на очередь дал. Дима, сука! Я ненавижу, ёб. Я знаешь, в какой момент? Вот ты такой элитную речь просто толкаешь, я в этот момент стреляю по тебе, и ты такой, ой, бля. Скажи, что... Скажи спасибо, что не с РПГ стрельнул. Скажи спасибо, что не с РПГ. Давайте лупите туда. Выше, выше, Каспер, бери, выше. Во, удачно. Вот туда так же стреляй, так же. Только там правее, левее, правее, левее. Не, недолет. Недолет. Я понял. Опять недолет. О, вот это супер было. Еще так же, так же. Док, слушай, у меня гранатомет их вообще реально четко накрыл. Они отступают в лес. Дима, мы едем к тебе. Каспер готов, Каспер готов. Сейчас скажу, куда шмалють, подожди. Давай. Вот туда. Так, чтобы высоко ложилось. Во, нормал. Что, на связи? Да, на связи. У вас не было врагов? Были враги. Много где? Да, столько взвод, блин, может быть. Блин, перед нами на дороге. Быстро, все на выход. Через дорогу перебегают, разворачивай пулемет, разворачивай. Все, хорош, пока. Во, вот этот последний снаряд, нет, слишком далеко. Чуть ближе надо. Тут вглубь леса. О, вот это тоже четко ложится. Слушай, ты видишь, где раз... Где пули падают? Гранатомет где падает наш? Док? Да, тащи, подожди, блядь. Мы едем на КамАЗе, тут перед нами переходит кучка, кучком такая, куча людей через дорогу. Они перешли? Они уже с нашей стороны? Они... Нет. Они не знаю, на этой базе или где? Ближние... Может быть, они в ближней зеленочке перешли. Так, походу нет, у нас вот перед где-то зеленки пройти. Во, Каспер, Каспер, готов еще шмальнуть? Готов. Вот туда, в зеленку в дальнюю. Надо было еще выше взять. Недолет. Не понял. Нет, слишком далеко, правее. Правее. Все, типа, выйдем на ними. Удачно, удачно. Еще левее. Гор, на связи? Да, на связи. Не, не, вот туда же, туда же, туда же надо еще. Вот правее, вот куда последний раз был. Нет, недолет сейчас. Туда же вправо долби, они переходят вправо опять. По нам шмальба дикая. Во, вот это вот идеальный. Вообще кладешь отлично. Сейчас приду. Красавчик, реально красавчик. Стоп, не стреляй, стой, не стреляй со стрелковки, не стреляй, не стреляй. Чё, твой вопрос? Близко у нас вот в этой зеленке кто? Вроде док ходит. Док, вы там около здания, да, бегаете? Это они тут. Так, Каспер, сколько ещё снарядов? Много? Да до хера. Так. Отойди. Сзади не ходи. Долби знаешь куда? Ну давай. Вот в эту зеленку.
Перелет. Перелет? Ну, да, чуть дальше. Чем дальше. Вот это хорошо. Примерно по такому же работай. Док, ты скажи, где противник? У меня тут много гранатометов. У меня вообще дикое ощущение, что мы их просто всех сейчас. Я положу. Стоп, отставить этот парк, отставить. Док, на связи, живой? Ну, у них контакт там, точно. Вот, в, 20, вот в этих домах. Я понял, 20. Я пока не пойму. 160. Егор. Где? 160, вот прям в домах, почти. Это свой, этот морок. Это морок? Угу. Ну чё, куда? Артиллерия, блядь. Да пока, походу, никуда. Пока подожди. Слушай, шмалить куда? Куда? На 80. Трассера дай. Куда иди? Вот зеленку, кто там? Ну у тебя есть трассера? Сейчас. Ты можешь трассерами просто дать. Да, нету. Ну и зеленка на 70, то есть, потому что там какие-то взрывы были, кого-то гранаты. Да ты никого. Я не вижу, они вообще перестали бегать. Как будто мы просто их гранатометы всех положили. А как тут статистика есть? Да нет. Блять, обидно будет. Может кто-то скажет, положил я хоть кого-то или нет. Если мы их положили, так это хорошо, что мы раньше времени не прыгнули. Но прицельно эти хорошо ложили снаряды. Угу. Так они не стреляют по нам просто, они смотри, они 20 где-то ОГшек осталось. Ну так это вообще отлично. Могу еще принести, забей. Либо они отступили. Сейчас принесу, подожди. Ты какое расстояние, если что, ставил? 200, а тут максимально 200. Нет, а стрелял как? Выше. Под дорогу? А. Прицел под дорогу ставил или выше дороги? Ты выше леса ставил. Выше леса, понял. Сейчас приду. Ну ты граник оставь на всякий случай. По нам пуск, или не по нам. Это, по-моему, не по нам. Хорошо, сейчас. Только вы не спиздите. Хорошо? Слушай, подожди, пока не уходи. Останься. Граник возьми. А то. Джибошить. Не знаю, подолби еще. Смотри, я сейчас объясню как. Смотри, вот начиная вот отсюда. Заканчивая вот этим местом. Просто вот по краям, по вдоль дороги, когда за дорогой. Не видел, что-то, по-моему, непонятно. На краю я прям видел, ты чё? Не на краю. Но вот это недолёт. Это недолёт? Док. Вот, туда же. Бегут оттуда. От домов. Откуда? Много людей. Где? Давай, могу. 160. Направо бегут в лес. Вижу еще противника, Каспер. Где? Блять, патроны. Давай. Да я сейчас уже уйду, я уже заеду. Вот там забежали. Они в лес забежали, Вон они. За камни нужно. Нет, это не туда. Правее. Между первым и вторым снарядом посередине, дай. Там в камнях снайпер. Ну, нет, перелет на дорогу. Справа выбегать.
сейчас кто-то за АГшками сбегает еще. Сбегайте кто-нибудь за АГшками, я пока тут наводить буду. Док живой, док. Док. Сейчас сбегай за АГшками. Вот ты объясните мне знаешь? Просто, вот какой смысл было час? Не знаю. Смотри, Дегор, я выкидываю. Че выкидываешь? РПЖшку. Ладно, давай я пока возьму. И короче, я прыгаю. Зачем? Ну я пошел спать, уже заебался, честно. Ладно. До конца. Патроны дай. Роман. Короче, пацаны, Аллах и бар. Давай, давай. Каску, каску. Чего каску? Что ты хочешь? Каску. А, каску? Давай, давай, давай. Давай быстрее, пока это. Все? Давай, скажи последнее слово и пока. Передай привет Мибу. Пацаны, я еще живой. Так, ладно, я тогда с Гранником останусь, бинокль, Хэмфаст, ну или Страшко возьмите. Наводите меня. Эндрич, сбегай за Гэшпином. Смотри, три направления, вот, которые получаются восточные. Ну да, я понял. 120 и вот этот лес. Так, я тогда лягу прям на 30 секунд отойду. Ну чё, откуда, откуда? Видно их, нет? Да нет, никого нет. Только что было видно, блин. Я там вообще никого не вижу. О, снайпер. Вижу. Где? Под елку ближайшая. Ой, только не прыгай, не прыгай, что ты? Откуда? Так. Куда стрелять? Да вон он, под ближайший вон. Блин, ну возьмите пуста, парни, ну трассерами. А, потрассерам, потрассерам. Еще выше, да? Дугорс, они там вообще. Отойдите. Долетает, не долетает до них, интересно. Где под кустами-то? Не вижу, то есть. Так, правее бери, правее бери. Я по расстоянию пока вот не могу понять. Так? По ним прям? Давай следующий чуть-чуть выше. Блин, парни, угашки заканчиваются, нужно, чтобы кто-то сходил. Парни, сходите за угашками, пожалуйста. Начал. Сходишь, Сашко? Рюкзак. Я скажу за угашками. Походу последний я удачный дал. Лол, слышишь, Хэмфаст? Да. Yeah. Походу я последний удачный дал. Ну, короче, бинокль я оставил, я за кэшками.
Кто остался? Страшко, возьми бинокль, смотри. Я смотрю, они там бегают возле домов двое. Возле домов где? Азимут хотя бы. 150, видишь, дальние. Они еле-еле видны. Ага. 151. Надо далеко, наверное. Дальше. Близлежащие, смотри, чтоб я смог обойти. Всем не стреляйте. Чё, ты тоже ли выходишь? Они просто выглянули, ага, и свалили. Эх вы. Тоже ага, не команда. Да блин, сколько времени. И куда? Еще один улетел. Мора где? Деморок не знаю, походу сдох. Не пойму, по нам или чё? Да. Деморок? О, этот, Хэмфаст. Хэмфаст, ты меня слышишь? Лоу, тут противник. Я добью, братан. Я добью. Так я его могу откачать. Ползи, ползи, ползи.